рады встрече. Он рад, а мы тащи рояль. Так добрый вечер. Будь проклят этот фестиваль. Все слышу. Ударю палкой по спине. Встречайте рабство в демократической стране. Дамы и господа, я очень рад, что наш фестиваль в Юрмале, как и моя брашка на подоконнике, набирает обороты. Ну что ж, в этом году мы приехали уже опытным коллективом. Ошибок прошлых мы уже не повторим. Добрый вечер. Вот, к примеру, Бугаев, пожалуйста, уже в пакете все, дамы и господа. Ну тут же без пакета запрещено. Правильно, чего у нас там все? Ты что, с ума сошел, что ли? Оружие здесь и в пакете, и без пакета запрещено. Ребят, вы когда начнете культурно расти, а? Хоть бы съездили куда-нибудь. Дим, ну мы вчера были в Дублты. Да вы каждый день в Дублты, я вас в другом состоянии не вижу. Столько мест разных, я не знаю, съездили бы в Ригу, посмотрели старый город. Так мы только из Самары приехали, что мы старый город не видели? Так, значит, уважаемые зрители, телезрители и радиослушатели Юмор-ФМ, наполним музыкой сердца. Песня про дедушку. Старый дедок, весь в испуге он заказал интим услуги. Так, стоп. Вы что, с ума сошли, что ли, совсем, а? С такими песнями нам не то, что золотого кивина не дадут. У нас и прошлогоднего отберут еще. Идите, готовьтесь к основному номеру. Ты не ангел, но для меня, но для меня, но для меня, но для... Здравствуйте, Александр Васильевич. Привет, Дима. Здравствуйте. А вы знаете, я к вам с предложением. Давай. Хочу внести свой вклад в наш фестиваль. Я решил, так сказать, расширить призовой фонд. Кивин в съедобном. Дело в том, Александр Васильевич... Добрый вечер, латвийская полиция. Добрый вечер, латвийская полиция. Александр Васильевич. Я говорю, добрый вечер, латвийская полиция. Да в чем дело-то, я не пойму. Добрый вечер, латвийская полиция, московский ведущий, самарский КВНщик. Что вам надо-то? Эта курица должна вернуться в магазин. Так, вот минуточку. Судя по внешнему виду, эта курица родилась в Латвии еще до 40-го года. Поэтому она сама будет решать, хочет она вернуться в магазин, не хочет. Александр Васильевич, да. Я вот что подумал. Если кивинов на все команды не хватит, а их не хватит, в этом и интрига. У меня вот таких в съедобном полный морозильник. Рад буду выручить. И бродячие артисты, и дороги день за днем, и футболчик. Так, стоп, стоп, стоп. Это что, есть что ли тут номер? Вы кто? Я Элвис Пресли. Я кумир ваших бабушек. Семен Михайлович Буденный, кумир моих бабушек. Я Бритни Спирс, принцесса поп-музыки. Я с 14 лет собираю стадионы. И что? Я с 14 лет банки пивные собираю. Что же я теперь, король алюминия, что ли, я не знаю? Ну, Маркса с Энгельсом я вижу. Где Ленин? Мы Зизи Топ. Короче так, бояре. Если вечером Ленина не увижу, увидите Петра Первого, понятно? А вот вас я узнал. Да, вы у нас в Самаре в 16-м троллейбусе кондуктором работаете. Я вообще-то Кайметов. Простите, ради бога. И не в 16-м, а в 15-м. Извините еще раз, пожалуйста. Василина, ну вы-то меня сегодня порадуйте. Порадую. Тогда до вечера. А я Мадонна.
Матерь Божья! А я что сказал? Так, стоп! Вы что... Минуточку. А это что за гражданка? Это Волохова. Так, Шульженко помню. Кристалинскую помню. Что за Волохова? Это баба Волохова. Ах, вот оно все. Да сними ты ради бога. А. Саша, я так понимаю, ты с этой барышней вчера на Йомасе целовался? Да, с ней. Потому что стали забывать русский язык. Да все я понятно, там... все уже. Значит так, Ирма, не знаю, как вас по имени. Давайте идите, спасибо большое. Да, ребята, неплохо, да, неплохо. Уже личную жизнь устраиваете туда. А о Кевине опять Диме думать, да? Не пойдет так. Значит так, план Б. Дамы и господа, сейчас мы вместе с вами при помощи съемочной группы творческого объединения «АМИК» будем снимать новый клип на популярную песню Валерия Сюткина «Как жаль, что ты сегодня не со мной». Вам сейчас раздадут реквизит. Не стесняйтесь, повторяйте все за нашими специально обученными людьми. Значит так, Валерий, вам тоже нужно будет поучаствовать? Да, куплет, значит, спою я, а в припеве с первой строки, да? Текст вы помните, тем более вы его написали, да? Так, ну что ж, давайте. Музыка. С латышками двумя Валерий шел встречать рассвет. Звезды, звезды. И каждой подарил красивых роз большой букет. Чайки взлетели, да? Прости, но наш кумир Димулька из команды «Все». Они ушли, а я услышал Сюткина звонок. Да, Валерий, что вы говорите? Как жаль, но ты сегодня не со мной. Весь зал! И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю, и что хотелось бы сказать в конце. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами огромной радостью. Это на самом деле абсолютная правда. Несколько дней назад мне позвонили из Самары, из роддома, и сказали, что я стал победителем тендера на ремонт роддома. Это 5 этажей! Я сейчас расплачусь прям. Праздник для города просто без повода. Пусть улыбаются снова и снова любовь в этом зале без стен, где поет КВН.